Уникальный случай, когда заводилы всех торжеств собрались вместе. Здесь и ветераны культуры, и целые семейные династии. Концерт прошел в теплой дружеской атмосфере. Не смолкали аплодисменты и яркие имена отличившихся работников культур. Людмила Мурашова поздравила всех с профессиональным праздником. За существенный вклад в развитие культуры города почетными грамотами от главы награждены самые лучшие. Мы очень горды, что мы несем культуру в массы. И прежде всего это письменное слово и буква. Мы любим свою работу. В конце фестиваля на сцене сошлись в созвездии блистательные имена самых лучших работников культуры. В завтрашнем сюжете новостей мы подробнее расскажем о героях, которые несут культуру в массы.